всем привет! Вот так вот живешь, и тут бац, и на твоем пути встречаются настоящие итальянцы. Друзья, знакомьтесь, это Эндрю, это Елена. Бонжур, привет! Вот у вас, наверное, у всех сразу возникает вопрос, откуда у нас в Нижнекамске появились итальянцы. Нет, они не потерялись после чемпионата мира по футболу. Они, в общем-то, решили собственными глазами увидеть Транссибирскую магистраль, отправились из Италии прямиком в Сибирь и, в общем-то, путешествуют уже на протяжении 2 месяцев и каким-то чудом оказались в Нижнекамске. Вот, я их встретила и тут подумала, а почему бы мне их не накормить чем-то таким характерным, национальным, вкусным. Сейчас попробуем и узнаем, что у нас из этого получится. Вкусно им будет, невкусно, понравится, не понравится. В любом случае, я думаю, это будет интересно. Ну и самое главное, они не говорят по-русски, я не говорю по-итальянски. Практически не понимаю по-английски, но я думаю, любовь к еде нас объединит. Ну что, ребят, let's go, попробуем. Окей. Это, друзья, известный бальзам из Бугульмы. Его пьют все у нас, а он на самом деле лечебный. Okay. Бальзам. You drink bellissimo, perfissimo, и no potente. No. No, we ride bike. Ага, понятно. Ты не понял мою шуточку. Ну ничего страшного, сейчас выпьем, все поймешь. Так. Тебя заинтересовало это слово? Давайте, как это делают русские? Надо говорить на здоровье, чокаться и оп, и хорошо, и пошло. Да. Полностью. Окей, на здоровье. На здоровье. Good. Yeah, it's not too strong. No, good. No. You have to drink. Come on. Что здесь делать? Кто из нас русский вообще? Да, это фигура, даже я. Окей. Ой, ребята, сейчас петь будем. Поем. Опале березка стояла, опале кудря. Я им, значит, песни пою. Так, это значит шестер. Это самое вкусное, да? Very good. Из всего, что мы ели, значит, выпивка вам понравилась больше всего, да? Да. Да. Так что, петь будем? Singer? Yes. Давайте что-нибудь итальяно. Какой итальяно? Давайте. 3, 2, 1, go. Azzurro, il pomeriggio è troppo blu. Давайте. È lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza... Ох, хорошо, бальзамчик пошел! Слушайте, крутые, отбейте. Ну что, ребят, давайте, как репетировали? Поехали! You love Zilli. Подписывайтесь на канал. Yeah!